Как пройти в библиотеку? В 3 часа ночи. Идиот. Я сам не видел это кино, но пацан один видел, он рассказывал. Это фильм ужасов. Там пацан один шел в ночной клуб, а попал в библиотеку. Он перепутал. Он входит в ночной клуб, он думал, это ночной клуб, а там мертвая тишина. Тишина никогда бывает, когда, говорят, пиво кончилось, а вообще мертвая тишина. Это называется читальный зал. Он потом узнал. Ни бутылок нигде, ни одной иглы. Все читают. Он хотел уйти, а забыл, где выход. Выход, где он входил, это вход. Где выход, он вообще никогда не знал. И пацан растерялся. И он со страха, а может, съел чего-то. Короче, к нему подходит. Говорят, тише вы, пожалуйста. А он вообще ничего не говорил. Он съел чего-то. Он не хотел шуметь. Пацан, который кино видел, говорит, они подошли, и у него прямо ужас в глазах. Волосы дыбом и судороги по всему телу. И он решил, надо бежать или притвориться мертвым. Он решил притвориться мертвым. Он упал на пол, как мертвый, и пополз, куда глаза глядят. Он ползет, думает, меня никто не видит, а его видят все, они все в очках. Он полз, полз, обернулся, кругом одни очки, остановился, и раз, под ним лужа. Пацан, который кино видел, говорит, я думал, кровь. Сколько крови в нем. И он обделался. Пацан, который кино видел. И тот обделался, который заполз в библиотеку. Они оба обделались. Он, когда мне все рассказал, я тоже обделался. Мы втроем обделались. Наверное, это кино выдвинут на Оскара. Пацан, который главный герой, говорит, не убивайте меня, я все это прочитаю. Они ему говорят, ты не умеешь читать. Но он умел. Он взял книгу и прочитал название. И все увидели, как хорошо он читает по слогам. Он обрадовался, думал, вау, я спасся. Но это было не вау. Его подняли на ноги, но он плохо стоял на ногах. Он все время падал на голову. Его отнесли в комнату этажом ниже. На комнате было написано «Заведующая». Он остался один на один с заведующей. Заведующая самое главное там. Она в очках уже ничего не видит. Она подходит к пацану. Он смотрит, у нее ни в носу, ни в зубах, ни в пупке ничего нет. Ни булавок, ни гвоздей. Пупка вообще не видно. Страшила такая подземная. Пацан заплакал, хотел спрятаться. А негде, там везде одни книги. И тут заведующий наклоняется над ним и говорит человеческим голосом. Учиться надо! И раз, под ним лужа. Пацан, который кино видел, говорит, я думал, это кровь. Целая лужа крови. И он обделался. Пацан, который кино видел. А тот, который заведующую близко видел, он тоже обделался. Они оба обделались. А я хотел обделаться, но не смог. Короче, она наливает ему отраву в чашку и говорит, пей. И он выпил. Он уже не хотел жить. Но это оказался зеленый чай. Но он не знал, что это зеленый чай. И обделался. Короче, пацан этот свихнулся. Его все время потом к вечеру тянуло в библиотеку.
особенно в полнолуние. Сперва ему там велели прочитать Муму. Он прочитал всю книгу за неделю с небольшим. Сам прочитал, ничего не понял, конечно, очень сложно для него. Но он заразился читать, потом сам стал писателем современным. Даже написал стихотворение «Хорошо в библиотеке», дальше еще чего-то. Крышу у него перекосило, и он стал носить очки, пока без стекол. Короче, пацаны, надо учиться, учиться и учиться, не то крышу снесет окончательно.